эффектно молодоженов встречали. Весело хлопушки, дружно мы взрывали. Бросали пакетики и тут же ловили. И от этого такие счастливые были. Таня на сказке не прощелкала возможность так, что с конкурса ушла, прихватив коньяк. Женя Ване 5-0 проиграл, потому что лампочку с собою не взял. Бросили салфетки, со свадьбы типа ушли. Настя с Ваней догнали, мы обратно пошли. Маме Оксане сотню добавила к балансу телефона. И пошло определение будущего ребенка Пола. Папе дозвонились, будет сын, осталось ждать. Кто кому ящик шампанского будет покупать. На гимсе встали, потом стали снимать. Первый танец молодых, вы смогли нас удивлять. Дальше танец березок объединил, на две команды потом поделил. Стенка на стенку, серьезно сражались, то медленно, то под электрофорез заряжались. Держались за стенки, а Руслан за пол. Димка больше всех тормозил, это был прикол. Дарили подарки, все поздравляли, все веселились, все танцевали. С разными людьми на встречи записались, а потом встречались, прыгали, обнимались, прятались под стол, за штору и под юбку. Как Руслан оказался там, не пойму. И живое исполнение песен звучало. Настя, Таня и Женя ржали немало, пытались даже лампочку зажечь. Без электричества, конечно, жесть. Тест на понимание родственники провалили, потому что Руслана с собой пригласили. Зато с позитивом и улыбкой зажигали. И совершенно разные движения танцевали. Букет Юле достался, теперь она тоже невеста, в будущем жена. Выстрел рогатки все определил. Димка теперь тоже жених. С вами было и нам веселее. Для вас работал Димка диджей. И мне было тоже с вами хорошо. Ваша ведущая Елена Грязько. Сашка Загоскин все на камеру снял. А вернисаж нам это место предоставлял. Все. Хочу себе такой рингтон. В общем, все, ребят, на этом все. Всем вам большое спасибо, потому что без вас у меня бы ничего сегодня не получилось. Всем счастливой ночи, счастливой жизни.